внутрь. В раздевалке для тебя есть форма. Потом встретимся у выхода на поле. Эй, удачи тебе. Привет. Мы только получили вашу фотографию. А, да, извините. Да, имя, место рождения, ну и все остальное.
Прошу прощения. Ну, теперь, по крайней мере, выглядишь ты по-футбольному. Спасибо. Думаешь, я стала бы такое для абы кого устраивать? Я нахожу новых суперзвезд, когда они еще не в курсе, что они звезды. И если мне друг говорит, что у тебя талант, мы можем поработать. Привет. Как дела? Хорошо, месье Анри. Хорошо. Чао. Добро пожаловать на Парк де Пранс. Играть тут приятно. Но когда 50 тысяч фанатов ПСЖ болеют против тебя, ощущения другие. Надо думать. Мисс Виланова говорит, что ты чудеса творишь. Покажи мне, я как раз друзей позвал. Кильян, готов? Конечно, старик. Как дела? Неплохо, спасибо. Давай сыграем. Отлично. Ну что, тогда поехали. А, Кильян, когда ты в атаке? Что делают твои лучшие партнеры? Забегания. Выверенные забегания, решительные забегания. Даже если не откроются, защитников уведут и дадут простор. В атаке движение без мяча критически важно. Так что давай попробуем. Тебя там зовут, Как тебя зовут? Thank you.
Воды? Нет, спасибо. Пробрался на ход. Если у тебя есть хорошая скорость, то штука очень опасная. Вообще, я помню, как ты себе мяч на ход кидал. Молния. Кто, я? Ладно. Вы куда? Ильян же сказал, я неплохо играю. Да и что-то скучновато стало. Здорово. Я смотрю, ты все еще топчик. Эй, так давай повеселимся. Ways, but now my hobbies come from LA, California in the streets.
Давай снова. Красивый футбол. У Беа снова получилось. Тебя ждет блестящее будущее. Спасибо, месье Анри. Мне понравилось. У меня есть билеты на сегодняшний матч. Клубная ложа. Оденься почетче. Спасибо. Мерси. Все для тебя. Хорошая одежда есть? Хорошая? Та, в которой не играешь в футбол. О, нет. Не проблема. Есть человек. Спасибо за поле. Так, куда мы идем? В клубный магазин? В клубном магазине форма и шарфы для болельщиков. Тебе нужно не это. Ти-ти. Это кто? Моему другу нужно приодеться на игру. Сделай как для меня и запиши на мой счет. Жан тебе поможет. До встречи. Ладно, спасибо. До встречи. Ты сегодня молодец. Ух ты. Где у вас места? В клубной ложе. Нужен парадный наряд. Посмотри сюда. У вас такая работа в команде? Я управляющий магазина. У игроков и у руководства нет времени на шопинг, и я привожу то, что им нравится. Крутая работа у вас. Вообще-то я на пенсии. Работаю ради абонемента. Да, алло. Да. Хорошо. Нет, я понимаю. Воскресенье. Да, если можно. Нет, мне все равно. Хорошо, да. Да, до свидания. Вообще ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Ну что там еще? Да? Да, это я. Уже третий раз такое происходит. Ну что ж такое-то? Так не пойдет.
что за бред? Да, алло. Да. Хорошо. Нет, я понимаю. Воскресенье. Да, да, если можно. Нет, мне все равно. Хорошо, да. Да, до свидания. Вообще ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Ну что там еще? Да? Да, это я. Уже третий раз такое происходит. Ну что ж такое-то? Так не пойдет. Что за бред? Да, алло. Да. Хорошо. Нет, я понимаю. Воскресенье. Да, да, если можно. Нет. Мне все равно. Хорошо, да. Да, до свидания. Вообще ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Ну что там еще? Да? Да, это я. Уже третий раз такое происходит. Ну что ж такое-то?
Нет, так не пойдет. Если можно. Не, мне все равно. Хорошо, да. Да, до свидания. Вообще ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Ну что там еще? Да? Да, это я. Уже третий раз такое происходит. Ну что ж такое-то? Не пойдет. Что за бред? Ну что, ты выбираешь это? Да. Довольно красиво. Уж точно получше, чем кое-кого из моих постоянных клиентов. Ну все? Да, спасибо. Тебе очень идет. Хоть сейчас можно в клубную ложу. Спасибо большое. Спасибо за вашу помощь. Не за что. Бон матч. Спасибо. Бон... Бон матч.
Оу, прости, привет. Я извиняюсь. Ага, извините. Простите, спасибо. Ты в порядке? Все нормально? Да, извините, денек просто тот еще выдался. Ого. Близок финал, и всего 4 команды остались в плей-офф. Добро пожаловать в полуфинал. Ну, а мы ведем прямой репортаж со стадиона Парк де Пренс. Никуда не уходите, будет интересно. Лично я не вижу причин, по которым этот матч на стадионе Парк де Пренс не мог бы стать выдающимся. Комментарии к матчу сегодня в исполнении Георгия Черданцева и Константина Генича. Пришло время полуфинальной встречи Лиги Чемпионов. Прямая трансляция на EATV. Сегодня Пари Сен-Жермен сыграет против Челси. Вплотную мы приблизились к финалу. Очень большой ажиотаж был перед этой встречей. Ставки высоки как никогда. Сыграть в финале — мечта каждого игрока. А уж если удастся победить, тогда это станет одним из лучших моментов карьеры. Это состав Пари Сен-Жермен. В воротах играет Джан-Луиджи Доннарумма. В защите Серхио Рамос сыграет с Маркинисом. Лео Месси с первых минут играет с Неймаром на флангах в полузащите. И в нападении сегодня сыграет Килиан Мбаппе. Превращение Пари Сен-Жермен в по-настоящему большого игрока на европейской арене состоялось с покупкой 70% акций клуба катарским инвестиционным фондом в 2011 году. Парижане стали приглашать звездных игроков и из года в год выигрывать чемпионат Франции. Кто только не побывал в Пари Сен-Жермен с тех пор. Дэвид Бекхэм, Златан Ибрагимович, Кавани, Ди Мария. Ну и последнее приобретение, конечно, супер, это бразилец Неймар. Трудно это представить, но еще за 10 лет до этого у клуба были долги на 96 миллионов евро. Перед нами состав Челси. В обороне Тиаго Силва в паре с Антонио Рудигером. Н'Голо Канте с первых минут играет с Жоржиньо в центре полузащиты. И в атаке сегодня сыграет Ромелу Лукаку. И мы начинаем. Это полуфинал Лиги Чемпионов. Все, нет времени волноваться, пора действовать. Очень уверенно он идет вперед с мячом. Тут может что-то получиться. Отличный блок. Это Жоржиньо. Обыгрывает он своего соперника. Доннарумма надежен. Лукаку. Не дает мячу пройти дальше. Здорово сыграно. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Плохая подача. Голкипер без труда забирает мяч. Однажды сэра Алекса спросили, кто лучший игрок планеты. Ну и, разумеется, он назвал икону. Погоди, это может быть опасно. Счет открыт. Первый гол в полуфинале мы только что увидели. Отличное исполнение. И теперь ждем ответ соперников.
Вот повтор. Насколько все-таки важно для игрока оказаться в нужный момент, в нужном месте. Отличный гол. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Отличный перехват, очень вовремя. Ворота все ближе, хорошее движение вперед. Чисто отбирает мяч. Есть у него пространство сейчас. Смелее действовать нужно. Великолепное спасение. Какая реакция у вратаря, а? Вытащил мертвый мяч. Навешивает Неймар. Совсем не получилось у защиты надежно сыграть здесь. Неймар. Очень опасно могло быть. Челси идет в атаку. Не торопится арбитр со свистком, дает играть команду. И что дальше тут будет? Пошла подача в штрафную. Навес получился слишком близко к вратарю, поэтому без проблем оказался в его руках. Пас не получился точным, мяч уходит за боковую. Аспиликуэт. Очень хорошо он пасом. Продолжает идти вперед. Надо забивать и сравнивать счет! Не забивает Челси, ну что ты будешь делать? Я дальше, конечно, продолжу смотреть матч, а вот им лучше, конечно, постараться поскорее сравнять счет. Вейналду. Ашраф Хакими. Здорово отдает на ход. Медленно затухла, как выброшена на берег рыба, атака этой команды. Кулишич. Мбаппе. Неплохая была атака, но мяч потерян. Хорошо, что произошло это на чужой половине поля. Без мяча Челси остается. Здорово играет Лукаку. До ворот далековато, но надо рисковать и бить отсюда. Ну так нельзя играть, конечно. Бесспорное нарушение правил. Непростой был удар, и действительно это классное спасение. Великолепный удар, но вратарь ждал его и вроде бы без труда отвел опасность. Плотный, хороший удар, но и вратарь на чеку. Интересно, что они задумали. Быстро разыгран угловой. Отлично защитник сыграл и разрядил ситуацию. Есть возможность быстро доставить мяч игрокам атаки. Нужно скорее возвращаться назад защитнику. Гол! Еще один мяч они забивают, и это очень серьезная заявка на выход в финал.
повторяет нам гол. Замечательную комбинацию они разыграли. Да, каков завершающий выход один на один. Просто классика футбола. Вратаря как будто и не заметил. А вот еще один повтор, на этот раз с другого ракурса. Теперь одна команда ведет. Солидное преимущество. Неймар. Великолепная передача. И мяч в воротах. Пари Сен-Жермен забивает. Повторяют голевую атаку. Отличная передача в разрез пошла. У Мбаппе уже не возникло трудностей с тем, чтобы отправить мяч в сетку. Такое преимущество еще в первом тайме. Немыслимо. Похоже, судьба матча решена. Есть у него пространство сейчас. Смелее действовать нужно. И этого парня сегодня просто не остановить. Этим голом он записывает на свой счет хет-трик. Смотрим повтор гола. Ну что сказать, абсолютно заслуженный хет-трик. Оборона сегодня просто на куски разлетелась, не смогла справиться с одним игроком. 4-0. Ну это разгром. Челси в атаке. Судья не дает свисток. Соперника просто не заметил. Хорошо сыгранный навес должен последовать. Не дал сопернику довести атаку до завершения. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Какой момент! Ох, вратарь! Как он сыграл сейчас отменно! Сейв мирового уровня у голкипера. Феноменальное спасение! Подает Неймар. Да, срезает мяч в свои ворота игрок. Еще раз можно на последний гол посмотреть. Ну, разумеется, это автогол. Очень не повезло игроку в этом моменте. Он отправил мяч в свои ворота. Ямайка к перерыву практически. 5-0. Ну что сказать, первые 45 минут мы хоть как-то старались подогреть интригу, но по итогам первого тайма, мне кажется, интрига умерла, и ничего мы с тобой уже здесь поделать не сможем. Да, Георгий, здесь с тобой есть смысл согласиться. Пожалуй, тут все уже ясно. Команды все расставили по своим... Второй тайм начался, и по итогам первого преимущество громадное, но в футболе всякое. Мбаппе. Марко Верратти. Не держится мяч у Верратти. Арбитр видел нарушение, но даст Челси закончить это. Но все-таки свисток и будет штрафной. Жоржиньо. Н'Голо Канте. Маунт. Зарядил так зарядил. Ну еще поточнее бы, тогда было совсем хорошо.
Неймар. Ферранти. Месси. Не удается его остановить в защите. Ох, какой гол! Какой гол! Повторяют нам гол. Отлично он обыграл защитника. Прекрасно сыграл в завершении Лионель Месси. Пробил он здорово со средней дистанции, и у вратаря не было шансов. Игра продолжается, так как это не футбол, а в теннисе при счете 6-0 команда заканчивается. Тяжело сдерживает Лукаку. Отрывается он от опекуна. Выше ворот проходит мяч. Хороший удар получился. Готов тренер замену сделать. Марко Верратти. Верратти. Мяч у Неймара. Марко Верратти. Неймар с мячом на фланге. Есть куда двигаться. Уверенно играет Тиаго Силва. Джорджиньо Вейналдум. Выносит мяч защитник. Атака остановлена, но кто получит мяч? Месси. Надо было отобрать мяч, пока атака не стала совсем опасной, и им это удалось. Здесь прессинг. Перехвачен мяч, отличный высокий прессинг. Товарищ Лайнсман, а вы уверены, что вне игры все-таки было, а? Оборона расположилась очень грамотно. На грани офсайда действовал игрок и все-таки попался в ловушку. Замену будет, пора новые силы вводить на поле. Без мяча Челси остается. Мбаппе. Все-таки забрался в офсайд игрок, и боковой поднимает флаг. Еще раз смотрим офсайд и видим, что он действительно был, и бригада арбитров не ошиблась. Здорово сыграл Маркиньос, он с мячом. Лукаку! И справляется вратарь с этим ударом. Серхио Рамос. 20 минут до конца основного времени матча. Мбаппе. Не удается удержать мяч Месси. Здорово сейчас может контратака пройти. Ромелу Лукаку. Сыграно жестко, но в рамках правил. Мбаппе. Килиан Мбаппе. Лионель Месси. И как он дальше мячом распорядится? Мбаппе. Мяч пересекает линию ворот, но засчитан он не будет. Уже было положение вне игры. Защита в этом моменте сработала четко и оставила игрока за линией офсайда. Замену Пари Сен-Жермен. Н'Голо Канте. Ромелу Лукаку. Уверенная игра в отборе, соперник теряет мяч. И Месси отдает пас на ход. Мбаппе получает пас. И у форварда был неплохой шанс, но голкипер на мяче оказался первым. Отличная игра вратаря. Еще достаточно игрового времени, 10 минут. Чистая игра в отборе. Вот эта передача, Андер Эррера ее выполнил. Хорошо вратарь играет.
Ромелу Лукаку. Матео Ковачич. Все возможности для контратаки перед ними. Ну, кто знает, чем бы закончилась эта контратака, если бы соперник не перехватил мяч вовремя. Судья фиксирует офсайд. И тут такая сложная ситуация, сразу не скажешь. Свежие силы выпускает на поле тренер. Андер Эррера. Уверенная игра в отборе. Арбитр видел нарушение, но даст Челси закончить атаку. Маунт. Аспиликуэта. Посмотрим, сколько времени добавлено. 3 минуты. Отличное оборонительное действие. Потерял мяч Неймар. Маунт. И пробил он. Здорово сыграно, удар заблокирован. Все, финальный свисток арбитра заканчивает полуфинальный матч. Поздравляем Пари Сен-Жермен с выходом в финал. Как же здорово они сыграли сегодня. Буквально ничего не оставили от соперника. Тотальная доминация была по всему полю. Теперь их ждет финал. И думаю, их соперник должен очень серьезно к нему подготовиться. И мы начинаем. Это полуфинал Лиги Чемпионов. Все, нет времени, волна. Лукаку. Не дает мячу пройти дальше. Здорово сыграно.